Украинская столица объявила технический дефолт. Власти не смогли договориться с кредиторами о реструктуризации своих долгов, а это почти 850 миллионов долларов. Теперь решением депутатов Киевского горсовета вводится мораторий на выплаты, пока сроком на один год. Вот как объяснил это мэр Виталий Кличко. Правда, далеко не все поняли, что именно он хотел сказать. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Добавлю, експерти обращають внимание на то, що бюджет у Києва профицитный, и средств вполне хватило бы на погашение всех текущих обязательств. Куда делись деньги, можно только догадываться.